Бои сначала были 3 января. Они вышли в западной части города на берега реки Гнила-5. 4 января они воевали в окружении, недалеко от вокзала. Но в ночь на 5 января они двигались с запада на восток, а танки Орехова майора, они двигались с востока на запад. И где-то в центре города они встретились.